Идем далее. В Якутске работает помощник президента России Максим Орешкин. Гость ознакомился с деятельностью штаба цифровой трансформации, а также с проектами резидентов IT-парка Якутска, а также креативного кластера «Квартал труда». Отмечу, что многие проекты, представленные помощнику президента, сегодня успешно реализуются не только в Якутии, но и за ее пределами. Также Орешкин провел совещание по реализации мастер-планов Якутской Нерюнгри. Защита мастер-планов городов республики перед Владимиром Путиным пройдет в этом году.